Пока вы там спите, вы тут заборы с утра смотрим, друзья. Вот он, речной забор. Вот представьте, вот это, оказывается, не речка. Тут слышно, как лягушечки просыпаются. О, кстати, пусть меня привет отщупывает. Чего-чего? Пусть привет меня отщупывает, водные ресурсы. Ага. Меньше 50 метров. Так мы стали вообще, понимаешь, на этом, на чужом участке. И, кстати, надеюсь, нас не простят, и на нас там акты какие-нибудь выпишут. Я готов заплатить штраф за то, что я заехал и припарковался на этом участке. Чьей-то зоны там и так далее. Потому что я против того, чтобы возле моря было вот такое. А вот сзади меня, смотрите. Ну, каждый день ездят, хочется, чтобы его страховали. Да, приезжайте этот, начинайте выписывать штраф, акты. То есть прибрежная охранная зона, но нет, это не речка, это фантастика. Но мы вас сегодня приглашаем на море, попробуем там искупаться, а вдруг получится. Доброе утро, друзья. Интересно, в ваших городах 7 утра выглядит так же, как у нас. Маршрутка проехала и никого. Вот. Пусто, пусто. Это Витязево, район Креста, выезд. Я думаю, многие узнают это место. Один машина стоит, номера даже не прячем, вторая машина стоит, и мы идем на море. Но если это не река, то это просто беда. Вот он забор. Не зато наши деды погибали, чтобы всякие козлы заборы ставили. Или, ну, в принципе, да, там, может, им и можно заборы ставить, но вопрос, кто им продал эту территорию. Видите, здесь была небольшая такая насыпь, ее снесли и вход, типа, вот сюда перенесли. Это вот администрация, я так понимаю, нашла выход. Это вот первая природная зона, въезд на территорию пляжа авто запрещен. Смешно смотреть, как здесь вот эти вот, видите, широкие колеса, это проезжали именно те погрузчики, которые сносят дюны. Здесь смешно просто, смотрите, на действие всей нашей администрации. И камыш растет вообще здесь, это фантастика. Не нравятся, что ли, заборы? Подождите, колючая проволока еще появится, электричество натянут, 100%. Стараюсь, как могу, честно. У нас вроде что-то получается, но... Вроде да, но суды ж переносятся, затягивается там и так далее. То есть все как всегда, это же наша страна. Все для людей. Людям тоже не нравится, хотят бороться с заборами. Ну а что мы можем сделать, как добропорядочные граждане, да? Материться вообще очень приятно. Давай ты уже этот раз решили, тебя уже как говорится спалили. Расскажи, как тебя зовут? Меня зовут Ашот. Ашот. Я все-таки так понял по комментариям, что кто-то уже знает, как зовут. Откуда? Так что, с пятихаток. Пятихаток. То есть, получается, ты вот всю жизнь тоже вот с пятихаток ездили сюда купаться, на этот пляж? Еще на велосипедах в детстве. И заборов никаких не было? Ну, вот здесь было северное сияние, угу. Там Лазурный берег. Два забора. По бокам. Из бетона. И два прохода к морю, правильно же? Да. Всю жизнь два было. И никто не говорил, что это не речка? Всю жизнь в этой речке головастиков ловили. Я даже рыбу тут ловил, честное слово. Не говоря уже о головастиках. Раньше она была даже более полноводная. А, кстати, по-моему, раньше она даже летом, ну, как особо, да, по-моему, не пересыхала. Да, она и в этом году летом будет. А там... Просто сейчас пруды все набрали, угу. Она будет течь все лето. В этом году воды много. То есть она останется, думаешь, да? Я думаю, да. В этом году польют, будет, не пересохнет. Смотрите, друзья, то есть здесь уже как рясочка образуется, камышик начал расти. То есть все как раньше было. Как назло, вот получается, вот люди, которые поставили забор, они там с пеной у рта доказывают, что это продано, все нормально, это не река, она в море вообще никогда не впадала, а тут она течет и течет, уже лето подходит, 15 число. Камыш сходит. Да, да, да. Будет зеленая поляночка. Может, и рыбки будет хорошо, будет заплывать сюда покушать. Там образовался камыш. 100%. Так. Вон, видишь, уже Газпром кранами, машинами большими, уже всю себе завез.
Это Газпромовская, думаешь? Да. Ну я-то видел ее. А, там было написано на них Газпром? На кране было написано Газпром, ездил Урал-кран. Ага. Блин, самосвал забыл такой. Но они нормально бороздили просторы. Вон, видишь, какие колеи. Да, нормально. Это там, где написано, что въезд на транспорте да. запрещен. То есть крестьяне не могут, а Газпром может. Все, это мечты сбываются. Да. Особенно если ты сам с Газпрома, то у тебя все будет сбываться. Не, ну когда забор ставили, я подъехал, который ставил, говорит, все вопросы к Газпрому. Ага. То есть они и тут даже Газпром притащили. Да, и здесь подписали Газпром. Так, с той стороны Сибурь-Юг поставил свои палатки, мы уже видим. Ну это мелочи на самом деле. Вчера погодное видео не смотрел про забор. Ага. Там прям вот уже хорошо. Возле жемчужины России выставили. Это у нас Лазурный берег поставил. Тоже уже какие-то вешечки, заборчики появляются. Туда дальше. Это вот Газпром, он говорит, за, получается, если я не ошибаюсь, это у нас уже выставились вот прямо черный вот этот стоит такого пункт, но это детский пляж Газпромовский, который находится справа от ЖК Кавказ, либо слева, если с моря смотреть. Ну и давайте отправимся к морю. Доброе утро. Здоровски. Да-да-да. Вот у нас уже здесь воздают 16,7 температура воздуха, но я так подозреваю, что температура воды будет такая же. Ой, я могу порадовать некоторых, кто очень сильно переживал за водоросли. Вот, допустим, на юнге, если забор все-таки не поставят, вы сможете приехать и даже сейчас покупаться в чистой воде. Мы сейчас температуру ее замерим. Видите, вообще водорослей нету. И чтобы убедиться, я даже с собой возьму туда дальше. У меня есть GoPro-шечка. Небольшую минутку еще для вас попробую из воды зацепить в данный видеосюжет. А что тут? Готовится морально. Я его попросил подождать, чтобы я замерил температуру воды. Море шумит. Радует нас волной. И температура водички 16-15,9. Ну что я думаю, можно и мне попробовать уже занырнуть-то. Тем более водичка. Что, друзья, попробуем немножечко нырнуть хотя бы. Водичка чистая, а чистая она или нет, мы взяли с собой вот такую камеру, попробую вставочку сделать. А? Лето пришло. Че, пришел? Так. Нет, просто я даже голову не поднимаю. Вот так вот. Я, честно, где-то все это выложил. И что-то смотрю, у меня с собой нету. Хотя думал, что все с собой. Да, я еще голову помочил так. Лысину протер. Ну тебе ведь проще, я вчера постригся, а сегодня хоть немного волос. О, правильно, как надо. Типа помылся и пошел. Я понял, у тебя дома воду отключили. Ну, да. Я-то старый человек. Мне резко нельзя перепады. О, да, вот зимой было резко, сейчас мне кажется уже шикарно. А? Зимой было резко, сейчас кажется уже шикарно. Наоборот, сейчас вот, когда температура воды. Под водичку, конечно, не полезу я, чтобы голос не мочить и не заболеть ни в коем случае. Но здесь с вами поплаваю, вам можно нырнуть.
просто лето, друзья. Это уже даже не купание какое-то холодное. Ну что, мы с вами прощаемся. Теперь вы узнали секрет, как зовут Ашота. Что, ты можешь посоветовать приезжать к нам на отдых? Да каждый год приезжать. Особенно зимой тепло купаться. Да, мне тоже кажется, зимой гораздо более комфортно. Море чистое, забора почти нету. Приезжайте, вы будете видеть наш Анапу в первозданном, так сказать, состоянии. Потому что сейчас уже все теряется на фоне того, что происходит на пляже. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Если... Привет. Да. Да. Если получится вставить в видео маленький кусочек из GoPro, то посмотрим, что там под водой. Я просто не нырял с головой, бережем, как говорится, голову в тепле оставалось. В общем, всем пока-пока.